Специалисты Минэкологии Московской области проинспектировали ход работ по рекультивации закрытых полигонов ТКО. Как отметил министр экологии и природопользования Тихон Фирсов, на всех 6 полигонах региона, в том числе и на объекте Чистцы в Одинцовском округе, процесс идет в соответствии с графиками. По словам министра, полигон в Чистцах – третий по объемам выполненных работ. Готовность составляет около 43%. Он может быть сдан уже в этом году.